Сегодня Всемирный день молодежи. Чувашия гордится молодыми гражданами и всячески поддерживает их инициативы. Юношам и девушкам, добившимся успехов в науке, образовании, журналистике, здравоохранении, с 1996 года ежегодно присуждаются государственные молодежные премии Чувашской Республики. За 20 лет молодежной премии удостоились более 150 ребят. В этом году было представлено 43 проекта в 8 номинациях. Но только самые лучшие стали лауреатами. Их значимость сложно переоценить. К примеру, Мария Петрова и Анна Тимошенкова были удостоены премии за разработку нового клеевого средства для профилактики послеоперационных осложнений. Нами разработан клеевой состав «Протохол», который обладает всеми необходимыми свойствами. Состав запатентован, имеются патенты. Также в этом году наша команда получила поддержку старт программы. И в этом году также получается открытая фирма научно-производственная. Премии в сфере физической культуры и спорта удостоилась самая юная участница Кристина Кускова за удачное выступление на Европейском юношеском фестивале в Турции. В свои 17 лет она уже является мастером спорта России по лыжным гонкам. Я представляю не только свою республику, но и всю страну в целом. И поэтому эта премия, она является для меня неким мотиватором для моих будущих достижений. Признание на столь высоком уровне, а государственная премия – высокая награда, убедительно доказывает, насколько важны и необходимы проекты, которым ребята отдают все силы. Я надеюсь, что все те работы, кто сегодня стал лауреатом, найдут практическое применение, реализуют свои замыслы, найдут себя в жизни, принесут полезное в общество, так как молодежь – это наше будущее. И сегодня и на российском уровне, в Чувашской республике поддержка молодежи, молодежных движений уделяется особое внимание. Со следующего года увеличится количество молодежных премий. К уже имеющимся 8 добавятся 2 номинации в сфере патриотического воспитания и молодежного общественного движения. Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика.